О чем книжка? Об одном рыцаре на белом коне, который живет в мире, где рыцари не существуют. Очень похоже на мой мир. Будь той, кем хочешь быть. Измени свой мир. От режиссера «Падение Олимпа». Я по поводу девушки. Что надо? Ее свобода. Шестнадцать секунд. Девятнадцать секунд. Дензел Вашингтон. Ты не пятерых сутенеров уложил. Ты уничтожил штаб русской мафии Восточного побережья. Кто-то калечит жизнь человеку, с которым ты едва знаком. И ты за это мстишь, потому что больше некому. Он не остановится, пока не убьет тебя и всех твоих близких. Человек с такими умениями, возможно, бывший военный. Я хочу знать, кто он, на кого он работает. Мистер Маккол, я решил вас навестить. Я вас давно жду. Кирпичик за кирпичиком. Доллар за долларом. Труп за трупом. Я обещал, что не вернусь к своему прошлому. Но ради вас я сделаю исключение. Великий уравнитель. Вы один или еще кого-то ждем? Да я один. Ладно.